Доброго вечора. Утеплити житлові будинки, аби наступного опалювального сезону заощадити. В ефірі «Тема дня» і я, її ведуча Інна Халеп. А от розібратися з тим, як це правильно зробити, аби мати і відчути економічний ефект та не мати потім претензій від контролюючих інстанцій та постачальників житлово-комунальних послуг, нам допоможуть. Наші гості, я вас вітаю, Вадим Демченко, директор комунального підприємства «Запорізьке енергетичне агентство», та Віктор Бондаренко, начальник відділу енергоменеджменту Департаменту економічного розвитку міськради. Я вас вітаю. І хочу розпочати нашу програму з того, що 10 років тому була хвиля, коли громадяни почали масово відмовлятися від централізованого опалення та встановлювати автономне. От так зробив один із мешканців Запоріжжя, а через 8 років чомусь раптом почав отримувати платіжки від міських тепломереж. І от наші кореспонденти розбиралися у ситуації, я пропоную, що давайте подивимося сюжет. У 2006 році комісія Шевченківської райдержадміністрації з розгляду питань щодо відключення споживачів від системи централізованого теплопостачання надала Геннадієві Миколайовичу Луцику дозвіл на встановлення автономного опалення. Але наступного року Міністерством житлово-комунального господарства були внесені зміни до порядку відключення окремих приміщень житлових будинків. Згідно з наказом номер 169, від'єднуватися від централізованої системи дозволяється винятково всім під'їздом або будинком, а не поквартирно, як раніше. Це стало причиною поновлень рахунків за опалення від запорізького концерну «Міські теплові мережі». Було сфабриковано іск о задовженості по оплаті за услуги по центральному отопленню. Несмотря на те, що ще в 2010 році батареї були відключені. Є справка по цьому поводу, є акт по цьому поводу. От ЖСК є акт обслідування квартири, який сказує, що батареї відключені в моїй квартирі. За словами пенсіонера, приміщення опалюється взимку тільки обігрівачем та кондиціонером. Тож наполягає на експертизі щодо правомірності нарахувань йому заборгованості за опалення на підставі показань загальнобудинкового приладу обліку тепла. Представник відповідача каже, що в нього зробити експертизу, не розумію, навіщо і з якою цілею, і яким відношенням це стосується того, що він демонтував прилади опалення в своїй квартирі. Сьогодні апеляційний суд Запорізької області ухвалив з'ясувати детальніше обставини і провести експертизу щодо представленого позивачем розрахунку та правомірності використання ним показань загальнобудинкового приладу обліку централізованого теплопостачання при визначенні суми нарахувань. Наступне засідання призначене на 26 квітня. Ми зараз не будемо встановлювати правомірність обох сторін. Я прошу, щоб ми поговорили про те, от як не потрапити у таку ситуацію, коли люди, мешканці будинків, прагнуть зробити якісь енергозаощаджувальні проекти. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви можете ставити свої запитання у прямому ефірі нашим гостям за телефонним номером 236-11-34. Ну, прошу, хто може розпочати, от як не потрапити? Ну, в будь-якому випадку, потрібно прив'язатися до сюжету, тому що, ну, к сожалению, если было принято решение в тот период отказаться от центрального отопления, нужно было его, это решение как бы реализовать быстро. Я так понимаю, произошло так, что вот часть разрешения он получил, а проект не получил, не согласовался с теплосетью, поэтому сейчас вот судебное разбирательство. Хотя на самом деле поквартирное отопление достаточно большое присутствует в городе Запорожье и считается, что это является неким конкурентным там преимуществом, что удобнее, комфортнее жить в квартире с собственным котлом. Я сам пользователь такого отопления, я долгие годы был сторонник этого, и, наверное, один из первых понял, это было мое заблуждение, это была большая ошибка, потому что локальное, ну, переход на автономное отопление не приводит никакой экономии, приходит только к комфорту. Это вот здесь нужно понимать. Поэтому это не вопрос энергосбережения, не вопрос энергоэффективности, это вопрос только повышенного комфорта. А чему не производит до заощадження?
Потому что, ну, смотри, ну, здесь можно, опять мы будем говорить о техническом uh-huh. стороне вопроса, то есть котлы, которые устанавливаются в квартирах, как правило, номинально 24 киловатта. Uh-huh. Это в несколько раз превышает ту мощность, которая нужна квартире. Uh-huh. Есть, ну, причина, почему такие котлы производятся, потому что они одновременно приготавливают и горячую воду, и отопление. Скажу из статистических данных, город Ужгород совершил вот грандиозную ошибку, они все 100% домов перевели на поквартирное отопление. Качество теплоснабжения повысилось, но при этом город начал потреблять на 20% газа выше, чем потребляли до этого, уже не касаясь экологических выбросов. То есть из каждого окна, из каждой квартиры появился новый источник дымовых газов. Ну и скажу проще, живя в квартире с котлом, вы должны понимать, что вы квартиру превращаете в котельную. То есть вы живете в помещении с повышенной опасностью. Это тоже люди должны были понимать. Какие бы ни были совершенные котлы, какие бы ни были они эффективны, это прибор повышенной опасности. Пане Викторе, вам есть что додать до этой ситуации? Ну, что касается энергоэффективности, энергосбережения, я считаю, что это надо делать комплексно. Если есть многоэтажные дома, то вот раньше главы ОСББ, ЖСК, да, они считали, что надо начать с термомодернизации. Вот в первую очередь надо начать с установки индивидуального теплового пункта. А когда проводить термомодернизацию, ее обязательно надо проводить комплексно. И таким образом это альтернативный вариант уменьшения платежей за тепловую энергию. Мы просто видели огромное количество таких примеров, и не только в Запорожье, где это очень ощутимо сказывается на оплату за потребляемую энергию. Поэтому как альтернатива установке, о том, что говорил Владимир Николаевич, котлов непосредственно в квартире, я считаю, что проще и самое главное в первую очередь начинать с ИТП, с регулировки, а затем делать комплексную термомодернизацию. И таким образом уже получать соответствующие результаты. Но еще хотел бы обратить внимание на то, что надо учитывать в проектах обязательно вентиляцию, потому что те пластиковые окна, которые сейчас устанавливаются, они не соответствуют тем стандартам, которые были раньше по деревянным окнам. Мы знаем, что приток вентиляции через окна шел на уровне 30-35%, а сейчас фактически это закрывается доступ кислорода в чем-то. Ну и кроме этого, ну, даже по Украине приводили случаи, когда на первых этажах гасли конфорки на газовых плитах. Почему? Потому что вентиляция вытяжная, она была естественная, а не искусственная. А после того, когда на кухнях начали ставить искусственные вытяжки, да, то этот весь углекислый газ, он просто начинает спускаться уже на первый этаж, там, соответственно, есть пластиковые окна, и таким образом это приводило к тому, что просто гасли газовые конфорки у потребителей. Я перепрошую, у нас есть телефонный дзвоночек. Доброго вечера, мы вас слушаем, представьтесь, будь ласка. Доброго вечора. Кажіть, будь ласка, своє запитання, ми вас слухаємо. Ну, щось якісь технічні проблеми, будемо сподіватися, що все ж таки людина додзвониться до нас. От якщо продовжити, ви хотіли додати. Да, я знаю, що наші горожане завжди люблять как бы европейского опыта учиться. Так вот, в Германии, которая была как бы основоположником поквартирного отопления, и когда совершилось объединение Восточной и Западной Германии, действительно было такое направление, была четкая методология. Это в домах до 50 квартир поквартирное отопление, до выше 50 квартир автономная котельная на конкретный дом. Так вот, примерно с 2005-2006 года немцы впервые признали, говорят, это была наша ошибка. И объяснили это почему. Потому что приходят новые технологии, которые, ну, уже вот сжигание газа уже далеко, ну, не современная технология, технология прошлого века. Поэтому то, что мы хотели бы посоветовать всем нашим горожанам, и очень правильно, что вы начали этот вопрос обсуждения весной, а не осенью, когда уже нужно пожинать плоды. Вспомнить пословицу, да, что когда готовят сани, вот сейчас самый период. Самый период подумать, что нам нужно понизить наше энергопотребление. Наши здания строились в тот период, когда цемент был дорогим, а газ был дешевым. Сегодня все произошло правильностью наоборот, поэтому нам нужно сделать так, чтобы наши дома меньше потребляли. Здесь очень простая методология. Не нужно ничего изобретать, есть просто простая как бы дорожная карта, какой нужно пройти. Если это многоквартирный дом, первое, что нужно сделать, создать эффективного собственника в виде ОСББ.
Никакие другие... А еще круче компания, нет? Это все компромисс, который ни к чему хорошему не приведет. То есть, когда человек снимает с себя какую-то ответственность, он не может предъявить кому-то какие-то претензии. То есть, это придет еще очень много периодов, когда управляющая компания должна просто предоставить часть каких-то услуг, каких-то узкопрофильных. Здесь мы говорим о глобальной модернизации, то есть, смене одного вида, то есть, здания, фактически оно должно стать современным. Поэтому для этого должен быть появиться собственник, принять решение. Я беру на себя ответственность. Первое, мы создаем это ОСББ, а потом, для чего мы создаем? Мы для того, чтобы изменить свою собственность. Ну, потому что 13-я статья Конституции говорит о том, что власть не зобов'язує. То есть, если вы стали совладельцем многоквартирного дома, берите на себя ответственность, вот так, не ждите него и делайте. Есть для этого технологические мероприятия, есть сегодня финансовые. Ну, а с чего варто розпочати? Правильно сказал Виктор Владимирович, первое, с чего нужно сделать, посмотреть баланс наших платежей. То есть мы больше всего платим за тепло. Поэтому, отеплювати стіни потрібно чи смотрите, як? Поэтому нам нужно сделать для того, чтобы мы платили, за тепло платили меньше. Сегодня город Запорожье как бы обеспечен теплом на все 100%. Запорожская теплосеть одна из лучших в стране по сохранности, по качеству теплоснабжения и так дальше. Но у нее есть наследие тоже Советского Союза. Она несколько раз балансирована, у нее есть несколько избыточная тепловая нагрузка, которую она городу поставляет. Это вытекает так называемые перетопы. О чем люди жалуются, когда у них в квартирах температура 26, сегодня мне там жаловался 30 градусов и так дальше. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать так, как поступаем мы всегда в жизни, отказаться от избытка. Вы когда приходите на рынок или магазин, вы хотите купить ровно столько, сколько вам нужно. Вот нужно получить техническое мероприятие, которое позволит вам отказаться от лишней тепловой энергии. Это мероприятие называется установка регулятора теплового потока или как часто... В каждой квартире? Нет, это индивидуальный тепловой пункт, который ставится на тепловом вводе в дом. Устройство очень достаточно простое и эффективное, то есть в тот момент, когда температура на улице понижается, оно прикрывает подачу тепловой энергии, и прибор учета, то есть теплосчетчик, не считает в этот момент, это сразу же сказывается на платежках. А сколько оно вартує? Це буде, посилам нашим громадянам. Еще раз говорю, здесь нужно всегда считать не сколько обойдется на дом, а сколько стоит на квартиру. Тот опыт, который у нас есть, допустим, те, кто успели делать в прошлом году, в 2016 году, это обходилось примерно 18 гривен на один квадратный метр на одну квартиру в месяц. В этом году этот платеж уже получился порядка 50. Но это совершенно смешные суммы, которые ложатся на, вот еще раз, квадратный метр в месяц. Поэтому... Нужно ничего, не нужно долго ждать, нужно взять, есть эта методология, сегодня есть теплые кредиты, то есть есть мероприятия, которые можно внедрять, есть технология, и есть источники финансирования. В этом году, вы знаете, 400 миллионов гривен опять подтвердили под программу государственных теплых кредитов. Ну, мы до цього повернемося до программ. От, пане Вікторе, от, на вашу думку, от, ви можете розказати, чи ви знаєте такі успішні приклади, наприклад, ОСББ, от, що люди робили от, на конкретних будинках, так, якщо розказати? Ну, конечно. Там, спочали з труб, з комунікації, зі стін, от з чого? Ну, показательно, у нас вот есть один дом, который самым первым начал утепляться, но глава ОСББ, она признала о том, что это было сделано неправильно, надо это делать было комплексно, и утепление делать абсолютно по всем квартирам. Так у нас есть, опыт есть, и что интересно, вот мы недавно тоже приглашали наших коллег со всей Запорожской области на один из таких объектов, который находится в центре города. Это панельная пятиэтажка, что они сделали? Они взяли по программе теплый кредит. Кредит. И что интересно, какой механизм и какой стимул со стороны государства? Вот как сказал Вадим Николаевич, в этом году уже выделили 400 миллионов гривен. Кроме этого, с середины года планируется увеличение средств из государственного бюджета на финансирование таких программ. Будет создан фонд энергоэффективности, это дополнительно еще 1,6 миллиарда гривен. Таким образом, ресурс, который в прошлом году был на 400 миллионов, сейчас может быть уже 2 миллиарда гривен. А механизмы следующие. Вот как говорила глава этого ОСББ, что они взяли кредит 100%, но возвращают... На какую сумму уточните?
сейчас точно не скажу, ну, но ориентировочно... Ну, кредиты уже сегодня берут, наверное, самый большой кредит, который я слышал, это 2 миллиона гривен. Uh-huh. А так берут от 300 тысяч, 400, 500, 700. Разные дома, разные тепловые нагрузки. Ориентировочно, значит, на установку ИТП это было порядка там 350 тысяч гривен. Просто они брали еще комплексно, делали замену окон в подъездах. То есть, ну, таким образом окна устанавливали энергоэффективные, чтобы уменьшить потери. Так вот, при возможности получения 100% кредита, возврат у них был всего лишь 53%. А компенсация со стороны города за счет городской программы, которая делает компенсацию 100%. Процентной ставки, да, банка, вот, на 100%. Ну, процентная ставка, вот, которая сейчас есть, она полностью компенсируется со стороны бюджета города. Таким образом, вот в прошлом году 62 ОСББ ЖСК воспользовались этой возможностью. Так вот, ну, все будет зависеть от количества жильцов, которые получают субсидию. И таким образом можно вернуть из взятых 100% только либо 70, либо 40. В данном случае это было 53%. То есть, взяв деньги, либо, они вернули... От 40 до 70. От 40 до 70%, да, в зависимости от жильцов, которые имеют право на компенсацию. И таким образом они взяли 100%, вернули всего 53%. И очень многие сейчас поняли преимущество этой программы, и они пытаются как можно быстрее погашать досрочно кредиты в банках по этой программе и брать новые. А новые — это на утепление. То есть это уже, ну, довольно крупные суммы, которые могут быть 3,5 миллиона гривен, 6,5 миллиона гривен. Мы знаем уже такие примеры в Украине. Это многоэтажные жилые дома, многоподъездные, которые сейчас уже берут даже и такие кредиты, их успешно погашают. Чи, ну, вірна така думка, що якщо утеплити весь будинок, то можна заощадити до 40% тепла? У нас есть пример конкретный, то есть наше коммунальное предприятие, Запорожское инвестиционное агентство, было утеплены фасады стен, был установлен ИТП, экономия за первый отопительный сезон составила 62%. Мало того, что, вы знаете, в городе существует большой проект «Муниципальный энергетический план», где модернизация зданий бюджетной сферы детских садиков, школ и больниц, то вот норма экономии там заложена 60%. От якщо людина вирішила утеплити стіни, ну от сама, наприклад, не хочуть інші жильці, мешканці долучатися до цієї програми, ну, от, брати на себе якусь також додаткове навантаження фінансове, от чи варто людям от одну квартиру утеплювати, от стіни з вулиці, чи ні? Ну, варто чи не варто, кожному рішати по-своєму, але є несколько, опять же, сфер проблем. Проблема перша в тому, що, ну, от, так как здание не принадлежит конкретно этому лицу, а принадлежит всем, да, то решать эти проблемы нужно совместно. Но, к сожалению, на каждых людей, вы правильно говорите, то есть очень тяжело организовать вместе, каждый решает вопрос по-своему. И когда мы говорим о теплопотерях здания, то они раскладываются, ну, тоже на разные вот части. Одна из них – это прямые теплопередача через стены, а вторая, очень большая, о которой мало кто говорит, это так называемая инфильтрация. Это те вот микросквозняки, которые сегодня есть в стенах. Так, я перепрошу, у нас есть, мы продолжим нашу разговор, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, мы вас слушаем. Назовите себя, будь ласка, как вас звати? Мы слухаем. Я вот хотел бы уточнить такой вопрос. Что такое ИТП в представлении вот ваших гостей? ИТП – это тепловой пункт, который расположен в каждом доме. В тепловой пункт входит запорная арматура на подачах, на обратках. Все понятно. Мы зрозуміли ваше запитання, дякуємо. Ви очень правильно, Владимир, сказали, что тепловой пункт – это фактически тепловой ввод в здание. Ним же назывался и элеватор, который был установлен в советские времена, и те регуляторы, которые ставятся, тоже, ну, опять же, в простонародье называются индивидуальным тепловым пунктом. Мы говорим о регуляторе теплового... А что это такое? Для чего он? Давайте поясним иншим мешканцам. Мы еще раз говорим. Мы говорим о регуляторе теплового потока. Угу. То есть о том приборе, там, двухходовом или трехходовом клапан, в основу которого этого прибора стоит клапан, который мы говорили, да, который в это время позволяет отказаться от избыточной тепловой энергии. Мягко говоря, он часть теплоносителя из подающего трубопровода перенаправляет сразу же в обратный трубопровод, не поступая его, не доставляя его потребителям, тем самым уменьшая платежи.
Ну, еще хотел бы добавить, вот к чему приводят перетопы, да, вот как говорил Вадим Николаевич, 28-30 градусов, что сделает этот человек? Он откроет окно. И что он таким образом сделает? Он увеличит просто тепловые потери, причем всех жильцов полностью, и таким образом оплата за тепловую энергию будет только увеличиваться. Вот эти проблемы тоже решает индивидуальный тепловой пункт, потому что, ну, во-первых, есть автоматика, во-вторых, есть система, которая позволяет делать правильную циркуляцию, и при установке делается расчет балансировки, то есть нет такого, что в одной квартире 17 градусов, в другой 28. А таким образом идет полностью регулировка по всем квартирам. Мало того, есть технологии, которые позволяют уже делать даже регулировку, как называют, по стоякам. То есть на каждый стояк в доме устанавливается GPS, даже система сейчас, которая следит через спутник, и стоят регуляторы. И таким образом, допустим, солнечная сторона, на нее уменьшается подача, на северной стороне подача больше, то есть это даже вот, ну, система позволяет делать, ну, пока не поквартирно, да, из-за того, что у нас просто такие вот системы старые, еще трубные, они на это не были в свое время рассчитаны, но даже есть такая технология, ее тоже успешно используют сейчас жильцы нашего города. Мы хотим сказать о том, что технологии есть. А вот где про них можно дізнатися, куди людям звертатись? Ну, на самом деле, ну, все, кто ищет, всегда находят. Сегодня в городе десяток компаний, сегодня, в конце концов, есть наше коммунальное предприятие Запорожское энергетическое агентство, которое предоставляет и консультации, и мы выполняем такие виды работ полностью вот под ключ от проекта до ввода в эксплуатацию. Но мы еще раз вернемся к тому, что людям нужно взять на себя ответственность и начать это делать. Просто сейчас начать работаете. И делать. К сожалению, вот мы говорили о финансировании, порядка 2 миллиардов, да, на этот год заложено. И вот уже так уж повелось, что западные области, они уже сидят на пакетах документов. И только произойдет последние какие-то подписания в Кабмине, только деньги появятся на счетах государственных банков для кредитования этих программ, они уже первые начнут получать эти. Проекты. А запорожцы, к сожалению, ну 62 ОСББ на весь дом, на весь город, это мало. В городе порядка там уже под 900-800 чем-то ОСББ, и 60, это ведь тоже взяли не все, скажем так, это, все проекты, связанные с энергоэффективностью, хотя, ну, кто-то берет очень простые моменты. Кто-то берет на ледовские освещения, это правильно, а кто-то берет на окна. Вот все не могут понять, все хотят простых, может быть, комфортных, но не энергоэффективных мероприятий. Потому что, заменив сегодня старое окно на новое, вы не получите уменьшение платежки за тепловую энергию. А вот только в порядке. Сначала регулятор теплового потока вместе с балансировкой стояков, а уже дальше любые мероприятия, будь то утепление подвала, утепление труб, утепление фасадов или замена окон, уже приводит еще к большей экономии, чем она была изначально только при установке ИТП. А вот, к сожалению, наши горожане пытаются изобретать велосипед. Поэтому мы просим и призываем, не нужно этого делать. Слушайте специалистов, обращайтесь, делайте все так, как должно было быть, и получите именно те результаты, которые запланированы, а не которые вы сами придумали. А от якщо робити такі прості якісь такі заходи, ну, от у конкретно окремих квартирах. От я знаю, що у Запоріжжі діє проєкт «Муніципальна енергетична реформа в Україні». На їхньому офіційному на їхньому офіційному сайті ми побачили такі 10 порад, як заощадити на теплі. Я прошу наших режисерів показати це фото з порадами. Я їх просто зачитаю. Ми не будемо всі зачитувати, бо їх дуже багато. Ну, от деякі зачитаю, може ви прокоментуєте, чи варто так робити, чи ні. От пишеться, що тепло виходить не лише через вікна та двері, а й через вентиляційні отвори. Особливо, якщо ви живете на нижніх поверхах. І є порада, що потрібно обладнати вентиляційні отвори, так? Закрити, ви кажете. Це варто зробити, так? Я вам скажу больше. Угу. На сайті городського совєта є розширений список цих совєтів. Ці совєти не тільки по теплу, але й по електроенергії, і по воді. Пожалуйста, горожане, можете заходить, ну, там скачувати і посмотреть. У даному випадку, тобто, а чим закрити ці вентиляційні отвори, щоб, ну, не перешкоджати, ну, смотрите, потокам? Через вентиляційний канал виходить теплова енергія, яка приходить в ваш дом. Если у вас избыточная тепловая энергия, ну, как бы, вы все равно за нее платите. Что вы окно откроете, что она выйдет оттуда. Если мы говорим о уже более, как бы, энергоэффективном каком-то здании или квартире, тогда, конечно же, рекомендуется на первых этажах часть вентканала в зимний, подчеркиваю, в зимний период времени заклеить.
скотчем, там, пленкой полиэтиленовой, чем-то еще. То есть вы уменьшите тягу, потому что в большое в зимнее время у вас разница давлений увеличивается, и у вас больше тепловой энергии вытаскивает с вашей квартиры. Это одно из мероприятий, но еще раз говорю, его не нужно переоценивать, но и не нужно недооценивать. Я бы хотел опять вспомнить опыт наших дедов и отцов. И мы начали говорить о поквартирном утеплении. Тот вопрос, который всегда оппонируют люди, которые сделали себе отопление: у меня дома стало теплее. Так вот, есть очень большой сегмент потерь нашего тепла, это на инфильтрацию. Это когда вот через микрощели, через микротрещины в здании, через кирпичную кладку, через щели, углы, примыкание плит, через балконные выходит плиты, тепло, выходит это тепло. Причем американские исследования в последнее время показали, что на инфильтрацию энергии тратится столько тепловой энергии, как совокупно через окна и кровлю вместе взятые. Поэтому рекомендации очень простые. Даже если у вас установлены пластиковые окна, и вы подносите ладошку к стыку между подоконной доской и профилем, и оттуда сквозит, ну не поленитесь, заклейте на зиму каким-то герметиком, скотчем, силиконом, что-то еще. Вы просто сэкономите свое тепло и получите комфорт. Это не всегда бывает эстетично. Поэтому на этапе модернизации или установки требуйте качественного выполнения. От, пане Вікторе, я хочу, щоб ви прокоментували. От чи правда, що якщо у вашій квартирі батареї сховані за довгими шторами, то майже 20% тепла йде на обігрів стіни, а не кімнати? Да, конечно. И мало того... Тобто такі красиві, які зараз модні, такі довгі, об'ємні, великі. И мало того, стоит добавить, что вот на день необходимо открывать все-таки эти же шторы, для того, чтобы солнечное тепло, в любом случае, солнечная радиация, она нагревает помещение. И таким образом можно получить более эффективный обогрев, ну и меньше, конечно, расход тепла. А кроме этого, ну еще можно было бы добавить, что за батареями надо ставить экраны. Это очень эффективно, фольгой, качественно. Да, да. Стандартная. Да, это теплоизоляционная фольга. Она стоит очень недорого, и это может каждый сделать у себя в квартире и таким образом сэкономить тепло. Потому что мы знаем, что вот панельные дома, если сфотографировать тепловизором, то там четко, явно будет видно, где находится каждая батарея. А я ж нагадую нашим телеглядачам та радіослухачам, що сьогодні ми говорили про те, як заощадити на теплі у майбутньому опалювальному сезоні. І у нас в гостях були Вадим Демченко, директор комунального підприємства «Запорізьке енергетичне агентство», та Віктор Бондаренко, начальник відділу енергоменеджменту Департаменту економічного розвитку міськради. Ми на нашому телеканалі будемо продовжувати цю тему, бо вона дуже цікава, енергозбереження, стосується фінансів і як заощадити. А я ж з вами прощаюся, побачимося на Суспільному.